Здравствуйте. В преддверии недели российского кино в Нью-Йорке, в котором я буду принимать участие как журналист и как человек, который любит кино, я хотел бы сказать несколько слов. Вообще судьба кино в России довольно сложная. Россия является кинодержавой. Кстати, их не так много. Конечно, Соединенные Штаты, Франция. Ну и, так сказать, другие страны не так явно, хотя, конечно, есть у них и тоже хорошее кино. Но вот эта вот кинодержава проходила через очень трудные времена. И было время замечательного кино, великого кино, пропагандистского кино, а потом было время никакого кино. И можно сказать, что, на мой взгляд, по крайней мере, что только в последние годы, немногие годы, начинает возрождаться кино в России, российское кино, а, оно двоякое. Есть чисто развлекательное, которое пользуется большой популярностью, и такого кино вам не привезут. Потому что оно на самом деле не очень интересное, и не преследует таких целей, чтобы как-то заставить людей задумываться. Но художественное по названию, но не художественное по существу. Все, что я говорю, вы понимаете, что это моя точка зрения. Но появляется и кино такое очень, очень смыслями и кино талантливое. И вот именно такое кино вот, хотели бы представить вашему вниманию. К сожалению, мы не смогли, вы не сможете увидеть кино этого года, которые, некоторые фильмы этого года, которые не разрешили показать американские дистрибьюторы, потому что эти фильмы еще выйдут в Соединенных Штатах, и они боятся, что если они выйдут сейчас, то это ну, в какой-то степени снимет интерес сократить количество зрителей и так далее. Это фильм Сакурова «Фауст» и фильм Зягинцева «Елена». «Фауст» я не видел. Елену я видел и очень советую посмотреть. Это, на мой взгляд, замечательный фильм. Но то, что вы увидите, как мне кажется, полезно. Не просто потому, что это художественное, а потому, что это дает ощущение того, что происходит в стране. Можно прочитать миллион разных статей в газетах, увидеть передачи по телевидению, послушать по радио. Все это полезно. Но художник особым образом чувствует. Это всегда было и во всем мире. У художника другое, другой камертон, что ли. И он по-другому улавливает то, что журналисты не улавливают, а уж о политических деятелях и говорить-то нечего. И вот для людей, которым Россия интересна, как страна, как народ, как явление, вот такое кино ну, в какой-то степени ключ, с помощью которого можно открыть дверь и почувствовать то, что происходит в стране. Это не только для русскоязычных, это, разумеется, и для американцев, не владеющих русским языком, и для славистов, которые владеют этим языком. Это для тех, кому Россия интересна. Вот. Я очень надеюсь что вы воспользуетесь этой возможностью.